Приветствую вас в игре Fallout 74. Добро пожаловать в Апалачи. Перед вашим взором разрушенный город Чарльстон. Огромное ущелье, огромный провал, который разделил этот город на две части. Это руины Чарльстона, то, что осталось от города после ядерной войны в ноябре 2077 года. В этом городе до сих пор есть руины издательства Charleston Herald. Также есть штаб-квартира Hornwright Industrial. Здесь есть медцентр АВР. Ну вот видите, вот это вот расщелина, вот этот каньон разделил город на две части. Но меня сегодня интересует Капитолий Чарльстона, куда я, собственно, и хочу отправиться. Это здание видно издалека благодаря своему куполу. Желтый купол видно далеко. Здесь, кстати, в городе Чарльстон проходит одно из испытаний пожарников. Это организация огнедышащих. Вот на мне сейчас форма огнедышащих. Мы вместе с Аней прошли все испытания, включая последние, в Шлаковом районе. И вот получили такую вот форму. Я не был еще в Капитолии, поэтому мне весьма любопытно туда попасть. Здесь в развалинах города ходят всякие монстры. Ну, понятное дело, много горелых. Но помимо горелых еще есть и другие огромные монстры. Ну, в частности, здесь есть графское чудовище. Ну, вот это ходит горелый. И можно встретить графское чудовище. Да, мне нужно отправиться вот туда и посетить вот это здание с желтой крышей. Так что сегодняшнее видео будет посвящено именно этому. Ну что, спускаюсь. Аня уже там побывала, поэтому сегодня я иду туда без нее. Ходит здесь. Горелые сбегаются на звуки выстрелов. Но горелые — это не страшно. Гораздо страшнее здесь другие чудовища. Такая ползучая тварь тут есть. И графское чудовище. Вот с этими, конечно, ребятами вот так вот встретиться опасно. Впрочем, мы убиваем их, но с безопасной дистанции. А вон, кстати, лежит труп. Уже тут, видимо, какой-то игрок побывал и грохнул одно из чудовищ Чарльстона. Вот. Новорожденный снелегастер. Мерзкая тварь. Там вон мутанты вроде бы как. Ну, много здесь обитает в развалинах Чарльстона чудовищ. Но меня интересует сегодня Капитолий. Отправимся туда. Вот, видите, здесь руины города.
А вот, кстати, ходит. Только что зашло сюда. Вот, 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 вот эта тварь. Ну, с безопасной высоты, в принципе, можно убивать. Нормально. Но это все, что осталось от Капитолия. Смотрите, как здание сильно просело. Но благодаря вот этой желтой крыше его видно и далеко. Так, ну что, пойдем внутрь. Вот здесь есть дверка. Капитолий Чарльстона. Так, пойдем в режиме скрытности пока. Посмотрим все помещения. Возможно, тут будут какие-то дополнительные задания или какая-нибудь ценная информация. Так, ну тут уже... Ты какой? Горелые. Тут вот еще ходит один горелый. Дикий гуль-пожиратель. Мы будем все обыскивать. Смотрите. Спикер пол. Ну, я так подозреваю, что в этом Капитолии до войны. Сидело правительство. Голозапись. Планы на Рождество. Ну вот такая вот запись, вы ее прослушали, вернее прочитали. Так, и здесь вот стоит терминал. Терминал пол. Главный почтовый ретранслятор. Город Моргантаун. Запись 29 октября 2077 года перед ядерной катастрофой. В Чарльстоне, кстати, находилась штаб-квартира спасателей, которые помогали
выжившим после войны. Я думаю, это здание огромное, поэтому тут, конечно, придется мне походить, побродить прилично. Вот туда и тоже идет, видите, дверь эта. Так бы ничего не пропустить. Здесь несколько этажей, я думаю, что даже еще и подвал есть. Так, гули. Еще один. Даже не добегает до меня. В голову. Из дробовика. Так, это у нас вниз лестница. Вот, блин. Ничего бы здесь не пропустить. Это у нас кабинет Таннера. Таннер Холбрук. Терминал Холбрука. Ключ-тайник от тайника. Ага, ключик взял. Теперь осталось тайник найти. Так, давайте посмотрим информацию по поводу тайника. Может быть, есть в компьютере. Уже 79-й год. Жители свободных штатов. Напомню, что перед ядерной катастрофой часть Соединенных Штатов раскололась. И вот создали как бы собственное государство внутри другого государства. Свободные штаты они назывались. Так, смотрите-ка. Говорят, что у них была силовая броня. Так, личную переписку. Личный дневник, то есть посмотрим. Какой-то супермутант. Разведчики привели супермутанта. Не отвечает город Вашингтон. Ну, после войны немногие города уцелели. Так, смотрите, там внизу. Видите, как припрятано. Так, правда, как же мне тайник отыскать? Вот это было бы здорово, потому что в тайнике может быть что-то ценное. Так, ну если в кабинете нет... Наверное, где-то в другом месте, да? Так, вот туда вниз лестница идет, но я туда пока не пойду, надо просто запомнить это место. Потом сюда вернуться и пойти по той лестнице. Так, отсюда я зашел. Где я еще не был? Вот тут я не был. Это кабинет сенатора Блэквелла. О, медвежья шкура тут. Мина? Да. Хорошо. Не взведена. Терминал сенатора Блэквелла. Необходим уровень доступа. Пароль мне неизвестен.
Посылка для Сэма Блэквелла. Адресована Блэквеллу записка. Давайте прочтем. Инвойс Холланд Чей. Смотрите, там что-то добавлено. Ну-ка, давайте посмотрим. Вот, записка. Уважаемый сенатор Блэквелл. Хотя мы с вами не знакомы. Угу. Бдительная гражданка. Сокровище палача не выдумка, оно существует. Интересно. А это что за записи? Накладная. Эта партия предназначается не для убежища 76. Она работает с другим подрядчиком. Зачем им столько бетона? И еще одна записка. Не ищите Болдвелла. Это все накладные, что мне удалось найти. По данным из открытых источников, Холланд Чейз получила правительственный контракт в 72-м. Но подробности тендера засекречены. Что строит наше правительство? Ну, возможно, какой-то... супер большой бункер, хотя после войны он не нужен. Смотрите, что наверху лежит. Я бы его и не заметил. Это гранатомет? Ракетомет! Ничего себе. А вот снизу идешь и не заметишь его. Этот ракетомет. Труп. Велосипед. Некоторый хлам я собираю, мне в частности алюминий нужен. Так, это вниз я сейчас попадать буду, да, понятно. Так, ну все, идем вниз. Вроде бы как верхний этаж я весь исследовал. Короткий помповый дробовик. Так, здесь могут быть гули. Ага. Вот он, красавец. Будут. Надо карточку поставить на быстрое восстановление очков действий. Еще один. Там еще один подвал. Еще один этаж. Автоматический штурмовой карабин. Еще наверху лежит, интересно. Так сразу и не заметишь. Так, ну ладно, я пока здесь лутаюсь, чтобы видео не затягивать, потому что тут, ну, лутаться можно долго и много. В самых интересных моментах я буду включаться. Вот еще запись послушаем, объявление о выборах.
Are you tired of taxes going to incompetent government bureaucrats? Come out on November 2nd and cast your vote in favor of Ballot Measure 6, the Appalachian Prosperity Act. Automate Appalachian government and give the boot to bureaucracy. This ad paid for by the Citizens for Automation Fund. Сколько вас тут? Блин, патроны. Патроны закончились. Ёлка стоит. Какой-то шум внизу. Лифт работает? Наверное, нет. Сейчас я вот этот этаж обыщу, потом пойдем вон туда вниз. Видите, из-за того, что здесь вот такое вот огромное разрушение, здание просело, и нижние этажи оказались под землей. Вот здесь земля. Тут, видите, все засыпано. Вот этот этаж уже под землей находится. Сколочная граната. Я все-таки надеюсь, что этот тайник, ключ от которого я нашел, находится где-то внизу. Будет обидно, если я не найду то, что этот ключ открывает. Ага, тут я и был, судя по тому, что да, все развалено. Открыто, то есть двери, трупы, значит, я тут был. Так, ну что, идем вниз. Тот последний этаж. Ой, там еще вниз, ёшкин, тут сколько этажей-то. Офигеть. Ну этот этаж я вроде весь обыскал. Давайте теперь вот этот этаж. Так, выползает зараза. И сразу огребает. Испытания у меня там проходятся. Уровень я уже получил. Там какой-то шум. А, вон почему шум. Так, вот это надо открыть.
товарищи вылазят. Лай написано. Ложь. Геральт. Мы поддерживаем Квин Картер. Ну, это вот издательство. Чарльстон Геральт. А, вот он тайник, нет? Необходим навык 3. Письмо резидента. Печать губернатора. Сейчас вам не нужна печать. Ага, почему она мне не нужна? Когда она мне будет нужна? Губернатор Эванс. Президент и министр обороны выражают благодарность. Интересно, а почему мне печать не нужна? Attention, President. Nuclear strike imminent. Please exit the area at your earliest convenience. Кто-то ракету запустил. Короче, у меня обувь где-то вот здесь, вот все. Я хз, что на тачку нужно идти. Так, у нас тут вон что. У нас тут вон что. Тебя, парень, надо заглушить. Вот так. Специальное уведомление. Праздник. 12 декабря 2082 года. Так, вот здесь вот я еще не посмотрел компьютер. Да, и вот эту вот записку. Терминал губернатора. Главный почтовый. Ну, это вот... Не могу связаться с Вашингтоном. Звонок из Министерства финансов. В Атоге новый мэр. В Атога тоже город. Апалачи. Крафтон Стил. Это завод. Личный дневник. Невозможно подключиться к центральному компьютеру. Так, ну что, смогу я его открыть? Необходим? Нет, я его, ребят, открыть не могу. Значит, это не тайник и ключ не тот. Печать губернатора. А зачем же печать губернатора здесь? Так, слушайте, вот этот тайник открыть надо. Надо открыть. Карточку мне нужно поставить. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут. Мне нужна еще карточка. Давно собирался ее везде поставить. Сейчас быстренько тут сделаю. Не помню, где она была. Вот, плюс 40 патронов при изготовлении боеприпасов. Вот это я хотел сделать. Так, очки действия восстанавливаются быстрее. Вот это тоже надо будет потом карточку. Но я пока вот патроны возьму.
плюс 40%, потом плюс 80%, потому что патроны буду крафтить. Так, мне нужно вот сюда поставить хакер, эксперт-хакер. Мастер-хакер. Вот. Навык 2, подождите, а чё не так? У меня же три карточки. Хакер, эксперт-хакер. Ой, тьфу ты, ёлы-палы. Чё я хакер? Это же не то мне надо. Мне же взлом надо, блин. А у меня на взлом... Взломщик и опытный взломщик. А, у меня третьей карточки на взлом нету. Понятно. А я не то делаю. Это же взлом терминалов. Понятно. Блин, я не могу взломать этот сейф. Нету карточки. И ключ не подходит. Блин, значит, это не тот тайник. Ключ от которого я нашел. Интересно, а почему я не могу печать взять? Надпись, что я пока... Мне пока эта печать не нужна. А когда она мне будет нужна? Еще один сейф. Ну вот этот сейф я могу открыть. Двоечка. Мне все еще карта не выпадет на взлом. Третья. У меня две карточки на взлом. Третья нужна. Прочная рейдерская броня. Да. Так, это наверх. Ну тут я был. А, ну это я там по кругу прошелся, да? Понятно. Вот теперь в эту часть идем. Записка. Особое уведомление по случаю праздника. Ну, понятно, такую я уже прочитал. Так, вот еще вниз, в подвал пойдем. Так, друзья встали. Еще один. Ушел куда-то. Готов. Это у нас что? Офис регистратора? Ой, вы откуда вылазите? Еще один. Банка из-под кофе, из алюминия беру.
Компьютер регистратора. Рождественские пайки. Доступ к центральной картотеке. Свяжитесь со службой информации. Там больше ничего не было? Да. Пустые формы ДМВТ активировать? Сейчас вам не нужны чистые анкеты. Слушайте, какое-то тут с этим местом задание будет. Видите, анкеты, там печать. Написано, что сейчас мне это не нужно. Вопрос, когда мне это будет нужно? Ой, сколько вас тут вылезло. Когда мне это все будет нужно? Может быть, этот квест, это задание вообще берется не здесь, не в Капитолии, а в другом месте, потом сюда нужно будет просто прийти. Не знаю. Тайник я так и не нашел. О, робот. О, смотрите, куда я пришел. Какое-то здание, центр тут. Ну-ка с роботом поговорить. Что это такое? На, я с тобой даже поговорить не могу, ты какой-то... Это приемная, наверное. Я с роботом поговорить не могу. Терминал подачи заявок в департамент транспортных средств. Заявка на получение государственного идентификатора. Может быть, сейчас тут задание возьмется? Регистрация роботов. В данный момент ожидает 1303. Нет, никакое задание тут не берется. Да. Тайник смотрительницы, журнал смотрительницы Чарльстон. Послушаем. Центр управления находится в Чарльстоне. Капитолий хранит много тайн, и мы должны их разгадать. Не все? Много тайн, и мы должны их разгадать. Так давайте разгадывать. Я вон уже сколько всего нашел. Ключик нашел, печать. Зомбак. Откуда взялся? Я же всех вас тут поубивал, нет?
Ой, сколько вас тут. Откуда вы? Правительство, сообщение от вашего правительства. Талончик надо, говорит, взять. Так, давайте вот этот компьютер. Да откуда вы беретесь-то? Слушайте, я вот там в терминале нажимаю загрузку. Блин, а может не надо мне это нажимать? Тут какая-то ерунда происходит. Загрузка отдела Б, и вот эти твари лезут. А если загрузка отдела С? Тоже сейчас полезут. Откуда вы лезете-то, блин? C42, где C42, блин? C24. Тут такой вообще кабинета такого нету. Эти гады откуда-то лезут вот с той стороны. Так. Вот это может еще надо. Ручной сканер. И что произошло? Избирательный терминал. Фигня какая-то, ребятки, я не пойму. Тут что-нибудь можно сделать? Ну-ка, сейчас еще раз нажму. Опять они полезут, что ли? Вот я нажимаю загрузку отдела Б, и они лезут. Вот третий раз нажал. N24 теперь. Где-то вы такие номера-то берете? J47. Где такие секции? C40. Фигня какая-то, ребятки. Давайте пойдем туда. Ну, я не знаю, видимо, тут в другом месте задание берется. Смотрительница говорит, что тут тайны, которые нам надо разгадать. Но как их разгадать? Непонятно. Я нашел ключ от тайника. Но где тайник, тоже неизвестно. Нашел печать, какие-то чистые бланки. Взять их не могу, мне говорят, что пока вам это не надо. Вот, смотрите, по-моему, здесь они лежат, да? Пустые формы, вот. Сейчас вам не нужны чистые анкеты. Когда они будут нужны?
Не знаю. И печать там тоже лежит. Тоже мне говорят, что пока печать вам не нужна. Интересно, откуда вот эти гады-то лезли? Ну, тут я уже был. Так, вот давайте вниз еще, я не ходил. Вот это, по-моему, последний этаж, где я не был. N15. Где такие номера вы даете? C12. J47. Там таких секций-то нету. Так, вот, наконец-то верстак нашел. Я могу здесь буду. Могу разобрать здесь это. Хлам. Обслуживание сервера. Так, давайте-ка я хлам разберу. Так, оружие. Ну, вот это мне не надо. Ракетомет. Ракет-то нету. Ух, 20 килограмм весит. Разбираю, конечно. Так, вот броню я там, по-моему, нашел хорошую. Вот это вот, для правой ноги. Да, вот это будет получше. А мою разберу. С 15 уровня все еще на скале. Так, вот это надо взломать. Так, давайте смотреть Motion. Так. Ransom подойдет. Открыть дверь. Так, а тут этот надо взламывать. Ящичек. Гаечный ключ, ножницы. Ну. Молот мне не нужен. А хотя молот. Давайте возьму, да я его сразу разберу. Он тяжелый. Вот он, 12 килограмм. Так, тут никаких записок нет. Это что? Супер молот. Супер молот. Тоже на разбор. Вот ты. 20 килограмм. Тоже на разбор. Терминал службы безопасности. Давайте посмотрим. Блокировки, учетные записи. Открыть. Эта учетная запись открыта. Вероника Хэйл. Открыть. Терминал не обнаружен. Открыть. Терминал не обнаружен. Так, кого я там открыл? Сэмюэл Блэквелл. Сбросы пароля.
пароль сброшен. Attention, citizens. Nuclear strike imminent. Please exit the area at your earliest convenience. Thank you for your cooperation. Ну, никакой информации относительно тайника, от которого я нашел ключ, я в компьютерах не нашел. Capital Food Court. Так, отсюда я пришел. Ну давайте, вот последний этаж остается, по-моему, больше уже ниже этажей нет. Если тут тайника нет, ну тогда я в недоумении, где он может быть. Может, этот тайник вообще не в Капитолии? Или я чего-то пропустил, или где-то будет задание, связанное с этим местом, где вот чистые бланки здесь понадобятся. Печать. Может, это все потом для какого-то задания будет нужно. Так, вот. Вот туда я сейчас пойду. Но сперва вот здесь дверка была, которую надо взломать. Еда. Бутылки пустые. Собачьи консервы приходится кушать. Так, вот у меня рис есть какой-то. Так, антирадин. Так, ну вот, по-моему, это, как мне думается, последнее место. Все остальное я уже исследовал. Капитолий. Дверка. Ключ от тайника Холбрука. Вот что открывает. Нашел. Ура. Можете все меня дружно поздравить. Тайник найден. Так, тут ничего нету. Так, здесь мы предметы разберем. Вот он, тайник. Ключик у меня. Так, а что внутри? Патроны. Патроны. Боевой карабин. Заряжающийся лазерный снайперский карабин. И это все. Блин, радиация меня долбит. И это все? Серьезно? Ну-ка, давайте смотреть. Что я нашел? Боевой карабин, вот он. Ну, фигня, честно. Честно, фигня, на разбор. И вот этот вот заряжающийся карабин, который с мутантов падает на ура. Тоже фигня. И это все? Все серьезно? Ребятки, это все. Это все. Что останется после меня? Это все, что возьму я с собой.
Эх, помните песню группы ДДТ? Это все. Да, ребята, вот он и тайник Капитолия. Два ствола, которые тут же я разобрал. И больше ничего. Хотя смотрительница говорит, что загадки, которые нам нужно будет разгадать. По сути, остается только одна загадка. Зачем нужны там бумаги, чистые бланки и печать, которым я пока воспользоваться не могу. Вот это единственная загадка, которая остается. Вот эта печать, которую я не могу взять. Да, ну и сейф. Ну, я думаю, в этом сейфе задания никакого нет. Там просто что-то лежит, какой-то предмет. Везде я побывал. Надеюсь, ни какой комнатки маленькой не пропустил. Во все углы заглянул. Везде побывал. Вот эти вот два робота здесь тоже. Для меня загадка. Где они тут были? Да, вот, вот эта вот комнатка еще тоже для меня загадка. То есть тут как-то не все работает. Пока назовут ваш номер. Вот она там говорит, вот эта женщина, номер. И может быть нужно в то время, когда она называет номер. Ну какой здесь номер? Здесь вот номер 1, 2 и 3. Какой это сектор? B, C, J. Я тут не вижу надписи. Тут только вот... И может быть в это время мне надо подходить к роботу? Ну не знаю, как это работает. Вот какой это отдел? Б или С? Ну давайте Б. Камера. О, вот они поперли, видите? Я нажимаю и... Эти... И зомбаки. Фоти, это 40. Интересно, откуда они вылезают, вот, когда я активирую? Когда назовут ваш номер? Мне просто из ниоткуда вылазят. N50. Откуда вы вылазите? Please wait for your number to be called.
Так тут никогда не назовут мой номер. Тут какие-то номера вот такие, знаете, которых... которых нету. C12. Где тут C12? J46. Вон они опять лезут. Да, ребят, ну это вот для меня загадка, что здесь в этом зале происходит. Зомби откуда-то лезут. Ладно, это только просто я патроны расходую. Они что-то не кончаются. Ладно, выходим, ребятки, наружу. И на этом я видео, посвященное Капитолию, буду заканчивать. Все, что мог, разгадал. Все места, в какие мог заглянуть, заглянул. Никаких заданий пока здесь нет. Ну, самое главное, нашел тайник, в котором лежало всякое барахло. Надо запомнить, где тут центральный вход, вот отсюда заходить. Я с крыши же заходил, да, вон оттуда. А вход вот он где. Да, ну вот он. Капитолий Чарльстона. Все, благодарю за внимание. И, как обычно, традиционно говорю, не пропускайте наших с Аней приключений в игре Fallout 76. Что-то нас еще впереди ждет. Ждет нас множество разных приключений. Все, увидимся в следующих сериях. Всем пока. Удачи в Апалаче.